Освобожденный пролетариат в конце концов сотрет поступь с ваших ног, и вы будете совершать жизнь без поступков. Завершил свою речь оратор и спрыгнул с трибуны. Толпа восхищенно замолчала и стала ждать освобожденного пролетариата. Он почему-то долго не шел, а когда пришел, то оказалось, что его уже нет. Толпа к тому времени тоже рассосалась. Так что остался один оратор, который, спрыгнув с трибуны, сломал ногу и лежал с тех пор возле нее никем не замеченный. И оказалось, что нога к тому времени срослась. Поступь с нее не была стерта, и поступок можно было совершить. Он усовершил, встал и пошел.